2 ноября в спорткомплексе «Динамо» состоялось благотворительное спортивное мероприятие «Мини-футбол». В состав команды входили дети из детских домов. Это мероприятие, которое проходит среди социальных учреждений. Вот. Это уже не первое предприятие совместно с фондом «БТУМАЛ». Вот здесь мы уже, по-моему, в том году 2 раза это делали, сейчас 3-й раз. Вот. Я вижу, что с каждым разом у нас получается все интереснее и интереснее. Здесь, вот если вы заметили, то играют не только мальчики с мальчиками. То есть команда со сборной, да, девочки-мальчики с девочками-мальчиками то есть играют. В принципе, это говорит о том, что спорт един во всех его направлениях. Футбол, потому что он, наверное, более массовый. Можно было играть хоть и во что, но все-таки он так более доступный и более массовый. Наименее затратный, естественно. Вот, это можно играть везде, на улице, в маленьких помещениях. То есть вот то, что как сейчас происходит. Поэтому, естественно, футбол. Ну, я начал заниматься футболом в конце 2011 года. Я начал заниматься футболом, ну, где-то с 9-10 так, лет. Ну, учился там. Друг один учил, хорошо играет. Сейчас в армии. И так все уже понравился футбол, начал играть. Я футболом начал заниматься совсем, ну, недавно, так, любимый спорт – хоккей. Ну, футбол тоже нормально играю. А я первый раз играл в футбол у нас в детском доме. Меня научили на воротах стоять. Теперь я здесь играю, хотя мы не побеждаем, мы проигрываем. Генеральным партнером мероприятия стал Центр торговли и отдыха «Простор», предоставив призы и подарки победившим.